Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на огонек. Сегодня у меня все быстро и просто, ну как всегда. Приготовим великолепную закуску. У меня сметана. Здесь масло, не масло, а мы с вами делали из зеленого лука заправку. Вот так она красиво выглядит. Дальше. Натираю вареную свеклу и огурчик свежий. И немножко даю жидкости выйти. Соединяем. Соль, перчик, лимонный сок, зелень любая, ваша любимая. У меня петрушка и молодой чесночок. Все это мы перемешиваем. Вот так это все красиво выглядит. Перекладываем. И снимаем пробу. Уже хочется попробовать. У меня такие есть крекеры. Давайте попробуем. Просто великолепно. Просто, быстро. Невероятно вкусно. Не забывайте подписываться на мой канал. Так, просто, быстро и вкусно. Оторваться просто невозможно. Всем пока и до новых встреч.